В Великих Луках завершилось первенство Псковской области по шахматам, которое стало отборочным этапом для участия в первенстве Северо-Западного федерального округа. В соревнованиях приняли участие более 120 спортсменов от 8 до 18 лет из 20 районов области Великих Лук и Пскова. 19 октября в Малом зале ДКЛК прошла торжественная церемония закрытия первенства и вручения наград победителям. Как рассказала Луки.ру, победительница соревнований Анастасия Ковалевич, которая, кстати, является кандидатом в мастера спорта по шахматам, соревнования в Великих Луках прошли на высоком уровне и в дружеской атмосфере. Ну, честно говоря, мне сюда ехать было не обязательно, но так как у меня скоро будет первенство Северо-Запада, то я решила потренироваться, поиграть здесь. Ну, впечатления неплохие, неплохое проживание, ну, неплохая такая тренировка перед Северо-Западом. Известный шахматист Великих Лук Леонард Мелкоян сказал, что шахматы – это ведь не просто одна из древнейших игр, это еще и возможность на игровом поле разрешить любые противоречия, сразиться в тактике и стратегии мирным способом. Прежде всего, два слова о турнире. Это было, конечно, грандиозное мероприятие. 20 районов нашей необъятной, в кавычках, области представляли маленьких детей от 8 до 18 лет и даже младше. Шахматы – древнейшая игра, кстати сказать, которая сохранилась в истории. И что греха таить, люди... Человеки, как животные, агрессивны и неизбежно хотят выплеснуть свои, можно сказать, негативные, страшные эмоции в каких-то войнах кровопролитных. А вот шахматы позволяют разрядить это таким образом бескровным на доске. Добавлю, что по итогам соревнований великолучане заняли два первых места.